В республике стартовал ежегодный марафон «Именем детства во имя детства». Об этом было объявлено в ходе круглого стола, организованного Союзом женщин Чувашии. Благотворительная акция проводится с 1995 года. Полученные средства, как правило, уходят на срочную социальную помощь малообеспеченным семьям, поддержку юных талантов, единовременную помощь на лечение и многое другое. Присоединиться к марафону может каждый. Для этого нужно обратиться в Чувашское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» по адресу город Чебоксары, улица Петрова, дом 7, или позвонить по телефону 62 89 42. Деньги в поддержку марафона можно также перечислить на расчетный счет фонда.